процентов. Сейчас посмотрим, вдруг что-то подвинет. Ой, какое платье, я уже увидела, детское красивое. Здрасте. Какое красивое. Прям сумку можно пошить. Так. О, светлые джинсы. Что это за безымянные? Безымянные штаны. Ну, прикольно сделано. Ладно, я сейчас выключу. Будет что-то интересное, включу. Двое новых штанов джинсовых. Правда, они безымянные, но с таким рептилоидным принтом. 440 рублей. Двое. Это сдача с магазина. 38 размер, 38 размер. Узенькие прикольные штанишки. Не вижу я. Не вижу я имени ее. Вот такая. Вот такая. Здесь. На камеру виднее, чем вблизи. Дайте симпатично. А я все еще снова под свою куртку. Безрукавку, которую я хочу сделать. Вот это симпатичная какая-то Лаура. Джина Лаура. Пропустила я куртка, хорошо. Еще загляну, что 280 рублей. Минус 30%. Спорт. Спорт. Какой-то спорт. Сейчас подумаю, сколько это она стоит. Такая нарядная куртка. Надеюсь, видно цену, бирку. В очень хорошем состоянии. Но это я просто показать хочу. Не найду я ценник. А, вот нашла. 500 минус 30%. Это просто вообще красота. Так, извиняюсь. Это из разряда венчального погребального. О! Ну, искусственно. Прочную вязку. Вот Арсей. Очень большой размер. Опять же, не могу найти ценник. Что-то в этот раз ценник где-то. А вот 500 минус 30%. Блин, это музыка. Вот это очень понравилось мне. Приятно, приятно. Офелия. Офелия. Представляете, я заглянула внутрь. Это фирменная сумка. У меня, конечно, одну руку не залезть теперь. Это продемонстрировать, но там даже на подкладе все написано. 440 минус 30%, такой винтажик. 140 рублей, гляньте, какой боховский платок. 140 минус 30%. Кусок ткани 440 рублей. Минус 30%. А это то, о чем я говорила. Уже третий раз я вижу этот кусок, 1500. Как только начинается скидка, ближе 50%, его убирают. Вот такое именное одеяло
Quilting. Тут даже фотографии есть. Вот такое одеялко. $220. Не долезу одной рукой до ценника, но это будет подороже. А, вот дефект. А такая симпатичная. Боже, я только что чуть не офигела, чуть не купила. Отделка. 720. 2350. Безымянно, натурально, в хорошем состоянии. Минус 30%. Совершенно новое электроодеяло. Не знаю, цену не нашла. Не знаю, как правильно прочитать. Очень похоже на грандоса, на телефон. Большой размер. 820. Но сделано хорошо. И вот это когда уценится. Заберу ради кружев. А вот тут увидела, гляньте, какой отпад. Я не знаю, что это за фирма. Но гляньте, какой принт. Офигеть. Вот такая эсмара. Маечка. 440 минус 30%. Ой, зацепилась. Шикардосная туника. На молодую девочку 550, 300 рублей, 400. Сегодня 400 рублей. Гляньте, какой шик. Вот еще 660. Очень даже интересная вещица. Не знаю, как она называется. Юлия какая-то. Очень интересно. Шикарная. Блю. Блю написано. Шикарная. Очень похожая подбуха. Всего-навсего 330 рублей минус 30%. Представляете, 200 рублей с копеечками. Шикарная. Большого размера блуза. 720 минус 30%. А вот какой симпатичный. 620 минус 30%. Размер, наверное, 48. Элька. Классный. Боже, а это какое чудо. Элька мала на меня. 380 рублей. Боже, мечта. Мечта. Это вот на косметичке тканюшку брать. Ради тканюшки на косметичке. Когда оценка будет. Обожаю всякие сумочки и косметички. Что-то у меня не записывается. 280 минус 30%. Большой размер. Шикарная майка. $200 сегодня. Гляньте, какая футболка с мандалой. Минус 30%. Ну разве можно уйти без обновки за 200 рублей? Просто шик. Ну там просто черненько. Приятно, классно, навью. Тоже 200 рублей сегодня. Спектакль может быть окончен, а практика нет. 11:20. В столице 4 балла согласно. Покупать все для дома и ремонта там, где вам удобно. Обрезанная рукава, что ли, от куртки. Просто выберите товар. Вот так совсем отрезать. Встречайте заказ дома. Интернет-магазин Касторама. Все для ремонта там, где вам удобно. Русское радио представляет. 231. Играет музыка в секунде. На всю громкость. А потом блокируется видео. Придется убирать звук. Говори, не говори, а придется положить музыку.
Без покупки я не ушла. Я купила себе футболку, хлопок какая-то. Не знаю, какая-то бирка на ней. Я потом дома покажу еще раз. Я не ханжа. Ханжеством не страдаю. Если я вижу, что вещь новая, либо совсем не одеванная, либо практически не одеванная, в магазине ее мерили. Точно так же вы в магазине меряете вещи. И точно так же покупаете. Известно, кто там их мерял. То тут они в секондах обрабатываются. Все равно какими-то газами. Я знаю, что обрабатываются. Делается стерилизация. Поэтому ваши фи меня совершенно не волнуют. Покупаю себе иногда даже носить вещи. Очень часто для рукоделия покупаю. Шью ланчматы, сумочки. Косметички, мне всегда нужны какие-то коврики, какие-то подставочки. Поэтому те, кто говорит фи, ну это ваше дело. Я еще раз повторюсь, я не ханжа, я в состоянии купить себе хорошие вещи, дорогие. У меня есть 3 натуральные шубки. Хочу купить безрукавку себе меховую. Мех, конечно, в секонде я бы не рискнула покупать. Хотя за дешевую совсем цену в хорошем виде на пару лет, почему нет? А вещи, которые я вижу, либо бирка на ней, она совершенно новая, либо без бирки, но видно, что она все равно совершенно новая, почему не купить? Многие люди покупают, как робу, пенсионеры, я вижу, покупают. В общем-то и ношенные, лишь бы подешевле. Добрела я до дома уже, скупилась, продукты купила. Купила себе футболку. Понравилось очень, не собиралась покупать. Хотела посмотреть салфетки, может быть, ручной работы, скатерть. Увидела 2 скатерти вышитые, но какие-то они очень скромные за ту цену. Я хотела бы вообще-то на балкон взять какие-то ручной работы беленькие. Беленькие скатерочки хотела бы взять. Такая погода классная. Вон подъезд наш какой красивый. Решила посидеть и пару слов сказать о секонде. Я покупаю в секонде чаще для рукоделия, для собаки, что-то переделать. Сейчас хочу свежий ей сделать лежачок. Она не любит лежачки, ну сделаю. Сделаю лежачок, и пусть он на диване лежит. Она любит такие мягенькие типа подушечки, пусть лежит себе в лежачке. Она уже старенькая у меня становится. Иногда покупаю для себя лично вещи носить, когда вижу, что это новое, идеальное, очень фирменное, красивое, вот как сегодня футболка. Но это просто песня, а не футболка. Прям такая, не знаю, мандала или как это сказать. Ну, классная. Вы ее видели в начале, я ее теперь приду, освежу, простерну. Ну, думаю, по хвостушку, по футболке по одной не стоит делать или включать ее в какие-то похвостушки, потому как я ее там хорошо показываю. Ну, а может быть, когда-нибудь какой-то обзор и сделаю. Поэтому я хочу сказать, не будьте ханжами. Бывают классные вещи в секонде, новые, фирменные. Сумки это вообще не обсуждается, а детская. Что с детским сталось? Детки, если одели несколько раз, а то, может быть, вообще раз или ни разу. Купили, подарили, люди сдали. Детская просто необыкновенной красоты. Мужское очень хорошее. Футболки, безрукавки, там куртки, джинсы. Там вдали сидит мужчина, наверное, дедушка с коляской. Я обратила внимание, что я сижу, разговариваю с телефоном. Я пытаюсь за дерево спрятаться, а он уже скоро упадет с лавки, отхилился назад и пытается рассмотреть, что я делаю. Ой. Ну, конечно, смешно выглядит. Сидит тетка, разговаривает с телефоном. Или когда идет. Ну, в общем, вот такие вот. Вот такие сегодня мои прогулки, посмотрелки, похотелки. А нет, это даже не дедушка, это даже папа. Даже с этой стороны решила обойти и посмотреть. Не смогу переключить на обратную камеру телефон. Это нужно отключить и потом включить. Не хочу голову морочить, но выглядит смешно. С его стороны на меня, наверное, смешно смотреть, а с моей стороны на него. Ой, сколько раз он уже обошел. Ладно, всем пока, всех целую, обнимаю, подписывайтесь. Заходите на канал, подписывайтесь, пойду юбку кроить. Пойду кроить себе юбку, как обещала, цветную шить и показывать.